Ну что ж, 23. 23 на матче. Где мы сдохли в прошлый раз. Надеюсь, в этот раз не сдохнем. Кек W. Посмотрим. Ну, я могу не идти в корпс. В смысле, я могу не идти в вальдэтажи. Из-за шарпки. И, наверное, я и не пойду, потому что нахуй надо. Ну, нормальный старт. Приятный старт. На мать, самое оно. РЦЛК. Х4К. Два красных. Два красных гиши шарпки. Так, что там на статы? 0,99 скорость. 2, сколько? 87 там? 87, 261 тирейд. Это довольно слабенькие статы. Спасибо за 16 месяцев, везунчик. Часики тикают. Если у них есть батарейки, это да. Так это обычно и работает. Камеру, да чё, блядь, камеру? В смысле, что троллите? Чат, вы меня хватит троллить. То я вас сам скоро всех затроллю. Опять стрик солью. Камера, выйди на месте. Вон, видали, кошка, вон она. Так, ну ладно, пора продолжать. Так, нет, ставки надо, господи, где ставки надо проверять? Господи, каждый раз, как мне это надоело уже. Миллион ставок. Сейчас быстро посмотрю. Никто не выиграл. Вроде никто не выиграл, только если, блядь, ставки еще же на русском могут писать. Фу, кринж. Еще же русские могут быть слова там. Вроде нету. Вроде такого не было. Короче, мы не идем в альтраут, я думаю. В теории еще я могу сделать нож и могу нож оставить на мать. То есть зайти через шарпки, а нож оставить на корпс. Но я что-то не сильно вообще хочу идти в альт-этажи. Потому что это опять же только лишний риск, по сути. В этой ситуации. О, господи. Ай, блять, подожди. Сделка. Спасибо, Ингимудор, за 5 подписок. Спасибо большое. Привет, Ингимудор. Опять к нам какой-то скам-трейн приближается страшно. Привет, Эндертрон. Так, момент. Так. Так, в чем остановились? Ключ вроде может протыкать врагов. С них могут падать всякие штуки. Надо, чтобы было много мух подряд. Плюс скобочка. Что за плюс скобочка? Что происходит? Б! Это, я думал, моя муха. Меня обманули. Меня жестоко обманули только что. Плюс скобочка. Привет, бордом. По-моему, пора заканчивать ключи всирать. Эдж.
Full HP. Я не был в последней руме, подожди. Чем это сделал? Ты... Говно. Ну-ка. Нет, тут я ничего не беру. Костры... О, брать. Короче, главное, чтобы у меня был один ключ на Мавзолей 2, да? Тогда можно нож вообще не собирать. В этом ране. И так я, наверное, и сделаю. Так, наверное, мы и поступим в этом ране. Для разнообразия. Хорош, я уже сделку видел. Теперь нет смысла дожить дьявола. Потому что я все равно уже, возможно, буду на дьяволах из-за этого телепорта мерзкого. Грустно. Господи, все-таки мы это прокнули. Спасибо, аллигатор, за подписку, меланчоли. Скамтрейн, чух-чух. Да почему не прокает эта хрень? What the fuck? Я тут убил миллион мух. И ни разу ничего не прокнуло с этого ключа. Что за скам? Там шанс вообще какой-то низкий. Если будет ультракрутая активка, ну придется ее не брать. Тогда придется просто ее не брать. Тут особо выбора не будет. Либо нужен хотя бы телепорт. Нужна карта на телепорт. Потому что на ласте играть без телепортов и без каких-то страховок очень стрёмно. А еще да, может быть, удача влияет. Тоже хер его знает, преддес. Золотую пилюлю брать, золотую пилюлю... Нет, у меня скорости мало, и тирейд может тоже пострадать. Что-то не хочу я золотую пилюлю пока есть. А, брать и не вязать. Хитер, хитер. Это ты хитро придумал. Тут может. Привет, Деволт. Спасибо за подписку Эндертрона. А где еще может быть? Здесь не может быть, здесь сверху может. Еще ключи. А, у меня слезы, господи, точно, блять. Ладно. К слову о прикольной этой. О прикольной активе, господи, еще 5. Ингимундор, еще 5 подписок. Спасибо большое, Ингимундор. Еще за 5 подписок. Потом скелетик. Низи. Нузикас. Looks like human. Руби фист и некоташ. Залутали. С чем вас и поздравляем. Пробуем тут нажать. Правда, по-моему, не могло быть. Ну, теперь я не хочу брать с собой шарпки, видимо, да? Угу. Теперь мы собираем ключ, да? Из этого красного ключа. Окей. Это прикольно. У меня опять 666, теперь только рейндж. Окей. Спасибо, белочерный, за 200 битсов. Kill mushrooms. Already got mini mushroom. That's enough mushroom for today. No more killing mushrooms. Таблетка, таблетка, не знаю. Посмотрим. Таблетка, ну вообще, ладно, я заберу таблетку. Окей, ладно, такую сделку я беру, хорошо. Такую сделку я беру. Ладно, я заберу таблетку, но нажимать я ее не буду, окей? Не хочу ее нажимать. Там половинка, там тоже была половинка, да, по-моему? А, нет, вот я не заберу, окей.
Там справа вторая секретка, скорее всего. Да, ведь вроде сильно похоже на это. Правда, похоже. Кайф! Кайф! Search for cross... I mean, it's so fucking slow. Бомбы, бомбы, да, я все трачу. Но я, блядь, я не могу еще привык, потому что мне это ебаный... Она медленная, эта кислота, долго стрелять. У меня тирейт плохой, окей? У меня плохой тирейт, очень долго, нет на это времени. Бомбы еще придут, бомбы еще нам дадут. Я уверен. Блядь, lost. О, как это плохо. Как это плохо. Это тоже было не сильно хорошо. Найс, рума. И это рума под нож, да? Тут будет нож. Так, можно пройти в челлендж руму. Который тирает, да? Босс, по идее, да, такие более-менее. Второй будет, наверное, Брауни, да, который? Брауни-лайк. Похож на Брауни, босс, который. Или тут может быть пакет с говном? Второй, я не помню. Или там и то может быть. Может, там и то может быть. А, пин. Вообще, интересно. Вайбинг. Как же он вайбит. Какой же он счастливый. Так, ну ладно. Тут чё? Не, ну без карты я хер найду секретку. Я карту не понимаю, это слишком сложно. А? А! Ага, ладно. Привет, блин. Привет, 33 корова дня. Было где-то хп красное или не было? Наверное, не было. Так. Непонятно, как далеко нам идти до этого ножа, да? Я хотел, чтобы это было здесь, но это не здесь. Нэнси, бомбы, мистери айтем. А килдама нормально. А килдама норм. Тут есть батарейка. Да, тут, кстати, очень может быть. В таких румах бывает часто. Бля. Нередко бывает... Секретки. Вот туда, наверное. Еще повязаем. Вы получили смайлик хайповоза уровня 3. Огерс, хайп, хух. Даже не знаю, что это. Кто это на картинке? Привет, Грапал. Бегемот тут... Какой-то бегемот, да, вроде похоже. Не очевидно. Так, давайте сразу сделаем херню. Но, похоже, дорога будет не очень близкая до... Тут тоже нету. Интересно. Ну, тут обычно, но рядом со спешл румами. Обычно. В принципе, это все еще может быть где-нибудь здесь, кстати. Наверное, да. Или не может быть. Нет, это уже не может быть, наверное. Ой, короче, тамнезия. Говно.
Не люблю я амнезию. Так, нашел проход. Кстати, это ломает, да, надо аккуратно. По-моему, я могу поломать зеркало кислотой. Или они это убрали, возможно, они это убрали. Раньше можно было точно. Раньше точно можно было ломать. Магазин, да, магазин тоже может быть. Магазин тоже может быть. А где? Куда дальше идти? А, понял. Тут не было. Ну, проверять, да, я не хочу. Большого нету желания проверять это на своем опыте. Это тоже правда. Секретки проверю. Секретки можно проверить. Это бесплатно. И это безопасно. Да, если нож соберу, можно будет... Я думаю, они это починили, потому что это вроде так не должно работать. Вроде как. Тут первое. Кринж этаж. Короче, ладно, ничего страшного. Еще, может, потом найдем. Тут большой руми снизу. Возможно. Но уже, наверное. Ну хотя я еще заряжу, наверное. Ластом. Еще шанс будет один, наверное. Ну, кстати, босс легкий, но. Блять. Ну хочу ли я его убить два раза? Хочу ли я его убить два раза? Это большой-большой вопрос. Уже это делать не хочу. Да, я помню про ключ. Сейчас я пойду. Просто решил маленько пофармить. Просто небольшой перерыв на фарм. Бить? Ну, типа, у меня нету страховки никакой. Без страховки играть страшно. Лос — это опасный персонаж. Лос — это очень опасный парень. Он как бы одна ошибка, и ты ошибся. И ошибся навсегда. Прям совсем ошибся. Дорогие там куча ошибки на пласте. Господи, это рума, это что-то страшное. Так, я думаю, я на этом закончил. Я не буду дальше фармить. Я не хочу судьбу опять испытывать. Ну, можно и так, урда. Так тоже, думаю, можно. А куда я пошел? Ладно, все-таки, видимо, пошел убить Пина, да? По всей видимости. А, нет, вообще в эту сторону. Ой, тогда тем более в пизду. Я даже не знаю, куда идти. У меня голова уже завод. Зеркало болит. Все, нахуй пошли отсюда. Не хочу. Ну, куда-то так они это заныкали эту секретку, что я даже не знаю, где ее искать. Пойдем, у тебя работа появилась, смотри. Утерзап. Прикольно. Try break mirror? Nah. Nah, actually I can do it, yeah. Yeah, it's fine. It's safe now. That's good to know. Так, жму один раз. Жму еще один раз. Жму еще один раз. Жму еще один раз, жму даже еще один раз. И даже еще один раз, и даже может быть еще один раз. И вообще надо уйти, потому что я могу получить телепил с варрума. Давайте это продолжим наш в шахтах.
В шахтах это мы продолжим делать. Перед лоу скилл. Жму еще один раз. Жму даже еще один раз. И даже, возможно, еще один раз нажму. И это терзап. Я жму еще один раз. И еще один раз. И оно закончилось, такая. Ну ладно. В принципе, нормально получилось. Это шахта, да? Это не шпит. Слава богу. Шахты уважаю. Шпит не уважаю. Шпит парашен. Шахты норм. Так. Чисто рофлем. О, excited! Я скорость. Я скорость! Очень быстро. Очень быстро. Зато камни удобно вам отбил. Кстати. Выгодно. Быстрее можно поломать камни. Пока excited работает. Так. Вообще давай. Тебя взорву. Три заряда. Вау. Еще себе. Аж три. Сюда копаю я заряд. Явно ничего не будет. Хотя слева. Ну, слева тоже вряд ли, мне кажется, слишком. Слишком все это далеко, по-моему, да? Глубоковато. Там двойное хп упало, нифига себе. Ну, типа, я не хочу заряды терять, поэтому все равно буду нажимать, наверное. Будем же пробовать. О, нашел. Ну, обычно пивка нелегко находится. Правило. Просто визуально видно, что что-то явно не то. Тут прямо просится. Даже если сюда не всматриваться. И плюс знаешь, что обычно где-то оно рядом со спешл румами. Как правило. Где-то возле них. Ну что ж, красный айтем. Что же это будет? Я ставлю на... Суп. Ну почти. Не, ну если будет бомб имбьюн прямо сейчас, то это будет неплохой айтем. Но только нужен бомб имбьюн. Я не знаю, мне в кайф одного пул красный. Он забавный хотя бы. Ангел скучно. В двух местах ангела смотреть. Какие-то приколы хотели есть. Какие-то прикольные айтемы можно увидеть. Ту-ту-ту-ту-ту. Тык. О. Лазейка нашлась. Свободный вход, найс. Не, если будет, конечно, хостхед, то да. То я заберу камикадзе, очевидно. Камикадзе очень сильно бафнули в третьем. Просто неприлично сильно бафнули. Даже на полароид рано, он не так плох теперь, если типа полароид плох, то типа ты при получении урона можешь спамить камикадзе он раз 5-6 и там просто дикий дэмэдж можем успеть нанести за это время. Мистер Ми хорошо, но типа я могу взять его на сделку с собой, но блин, 15 копеек за него отдавать. 15 копеек! Бомбы. Бочки-бомбы. Кто эту бочку поставил? Кто это говно сделал? Кто это сделал? Признавайтесь. Ты, ну вот, бери ее отсюда. Она мне мешается. О, Имперор, окей. Имперор в корпус 2, видимо. А, тут надо опять бегать, да? Тут надо будет побегать.
Ты псина. Чем он его убил? Так, какая была терзап, я не помню. Я на ней не это, и не это, и даже, по-моему, не это, и даже, по-моему, не синяя. О, рейндж ап тоже пойдет. Камикадзе две бомбы, ну типа того, я говорю, что это там очень все прикольно с этим камикадзе нынче. Турельки! Турельки! Люблю такие румы, люблю турельки. Ло Джексон. Эвилайт хорошая это. А почему я, кстати, не жму? Красный ключ. Я троллю? Возможно, я троллю. Поэтому потому и не жму. И аккуратно. Кстати, я думаю, тут край, да, рядом уже. Надо копать влево. Я забыл, надо же тут край копать. Это же этаж первый. Тут можно копать в сторону края этажа. Нам пока эрорумы не страшны. Камеру ща. Момент. Опять кошка сильно близко села. Троллить невозможно, да почему? Очень даже возможно вроде. Я растроллю, значит вроде возможно. В рамках своих возможностей троллю. Насколько это возможно. Кровать. Да это же кровать. Ау. Ау. Ладно. Таблетки. Не без потерь. Не без потерь, но ничего страшного. Так, я уже Crawl Space видел, боже, я ничего тут. Не париться. Так, короче, давайте берем мистер Ми, тогда пошли на сделку. Сходим. Вот получил, я не знаю. Кто ему дал? Дюк. Дюк, что там было? Вкратце, я просто не видел. Я думаю, за что-то получил по делу, наверное. Дюк же не будет беспределить, правда же? Дюк суров, но справедлив. Батарейка, я знаю, я возьму батарейку. А, понял. А, это я видел, окей, ну да, это. Ладно, можно просто удалить. Ну это да, это дегенеративный юмор, мы его не особо любим. Вообще, в принципе, нормально все. Тащи, гапи часть, наверное. Ну, хотя бы так, в принципе, и так неплохо. Где там было? Слева. Мистер Ми, нет, он не лочит сделку. Если ты не берешь, если ты хп не отдаешь сделку, ты сделку не лочишь. Надо хп отдавать дьяволу, тогда ты сделку залочишь. Привет, мистер Сплотникова. Это, скорее всего, уже эрорума. Да. What? Бланк Имперор, ну, блять, нет, это не спидран, лол. Нет. Это смешно, но нет. К сожалению, нет. Но это забавно. Предложение, конечно, очень забавное. Но вот снаружи спидран. Not even close. О, спасибо, что открыл секрет, я бы и сам открыл ее, ладно. Я бы и сам справился. Ну, спасибо за заботу. Так, копать из Скёрт Румы это глупое занятие. А
Как оно жестко отталкивает, господи, зачем мне такие сделали эффекты дикие? Просто... А! Камон, тут ресток на 3 айтема, какой в жопу блайнд? Так, я ищу, блядь, догасали свечку, идите в жопу. Просто уроды. Сука, 3 айтема, 3 ресток, это что вообще такое? Я такой вижу, блядь, развод. Так, нужен догас срочно. Пиджи, нихера себе. Тоже редкое явление. Привет, Митро. А почему вы должны быть неживы? Чего? Нас почему хотел уже умертвить? Есть вариант веселее, а именно войд часы. Ну, войд часы еще сложнее найти будут, нет? Так, а тут нет прохода, да? Может быть, с той стороны есть проход? Есть! Найс. Найс. Блин, у тебя очень хуёвое мнение по этому поводу. Это очевидно попытка в тупой юмор, который тем более еще и российский. Я не знаю, почему были модеры, это тоже вопрос хороший. Я не знаю зачем. Но ладно, спускай. Она тут давно модер. В правилах все, знаешь, сложно прописать. То есть человек ведется как долбоеб, как бы, ну, человек получает бан. Или хотя бы тайм-аут. Это не факт, что в правилах будет точно указано. Ну, типа. Если тебе это не очевидно, ну что, что я могу поделать? Можно только посочувствовать. Значит, вы не так понимаете, как Twitch у нас функционирует. Держите карму. Да ладно, Бали же бывает что-то делает. Бали, помню, что-то недавно делала. Были мудрские действия, поэтому. Все же польза есть. Все польза. У меня мудры там больше половины, и, в принципе, давно ничего не делают, поэтому. Я ж, меня ж это не особо парит. В свое время что-то делали. Бывает, что-то все равно какие-то действия делают. Мне олень у кого-то мудрки отбирать. Все могут однажды это пригодиться. У меня нету заряда ключа красного. Мудры, главное, нужны для устрашения. В любом случае, правильно. Для порядка. Уже открыл, в смысле, я уже открыл секретку, я не видел. Там опять не было на карте, да? А, она на карте не отобразилась, потому что я был уже в секретке, меня это бесит каждый раз. Я, блядь, не вижу эту дырку, просто я, блядь, ее не вижу. Там, во-первых, темно. Я ее просто не вижу, она на карте не подсвечивается. Ого. А, еще и Левиафан. Фига, приколы. Интересные приколы. Кстати, это можно ломать. А, нет? А, оно больше не ломает? Оно же вроде могло ломать локеры, нет? Ну ладно, мы полет сделали хотя бы. Полет уже хорошо. Да не, я оставлю ключ, наверное. Я думаю, мне не особо нужен сульфур в этом ране. Я не думаю, что мне он прям очень так уж нужен. Бримп хорошо, но не прям дико хорошо. Пофиксили? Ну, пофиксили, боже, что я делаю. На. Да, хватит меня бить, господи. Ой, еще сделал.
Что здесь? Три говна по одному хп. Тут что может быть в теории? По-моему, тут ничего не может быть хорошего даже в теории. Гапи-части могут быть. Гапи-части могут быть. Ну, типа, это было очевидно, что это будут три куска говна. В принципе, ничего другого я не ожидал. У меня все еще нет до газа. До газа и свечки нет. Это печально. Глянем. Неудачливый парень. Тебе просто не везет. Пять копеек. Ненавижу надувак. Дуваки не особо сложные. Вроде. Стену что-то было, даже забыл. Вол. Это опасно. Это опасно, а нахера? И ладно, я взрываю шопкипера на скидку, очевидно. Камон. Black Candle. Ну это неплохо, ладно, это хорошо. Это хорошо. Это тоже хорошо, это на красный ключ хорошо. Быстрее перезаряжаться будет. О, вторая секретка. А, там была секретка, там было две красные, да, секретки? Типа они обе были красные формально. Забавно. То есть и та, и другая была красная. Просто та была обычная, типа, суперсекретка, да? Красная, это типа была ультракрасная еще. Вилениум, не выебывайся английским языком. Ты все равно никого не обманешь. Тебе никто не поверит все равно. Он не понял. А, это другой человек. Hello, Black Fox. Я не был на Dice Room, что в ней? Не, копичасть. Ой, ну все, пошли. Петросяны в чате пошли. Ну, ты писался человек, господи. Ой, чат. Лишь бы пукет рассянить. Челики зависли. Ну хватит ты хуйню писать. Это было смешно максимум пару раз. Сейчас это уже похоже на какой-то долбоебизм. Там ресток, там блайнд. Чё мне ресток? Чё он мне даст, если я сегодня не вижу, что я там беру? Там три блайнд айтема и ресток. Как бы да. Я знаю, что они там есть. То есть скелет вернулся. Скелетрон вернулся ко мне. Две активки и как? Звучит как план. Я убежал. Ой, блять, wait. Скелет сдох. Только.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Страшно. Тут хитбоксы, я каждый раз забываю, какие хитбоксы этого кубика. Они там довольно мерзкие. Вибэк. Гамма, Монтони. It's like default one, I actually don't remember. Is this default or not? It's pretty dark, yeah. It's on a darkish level. Свечку на роли это мне тоже уже не сильно, потому что у меня денег не будет. На роллы, в любом случае. Челика два раза не задел, это смешно. Full health есть. Найс. Full health. А, у меня плацента есть. Блять. Ну ладно, я не буду фармить плаценту. А, давайте ролить просто дерзко. Дерзкий ролл. Дерзко берем чардж бэбика и, видимо... Видимо, все. И, видимо, на этом все. На этом все заканчивается. Infested. Keeper, I just fucked up. Spelunker head, окей. Ладно, ладно, в принципе, нормальные айтемы. Блин, ты даже не затроллил. Почему я грипп один не взорвал? Я троллил. Так, все, да? Вроде все. Вот это забрать можно. Ну, то еще хп есть. Ладно, неужели не идти обратно, наверное. Все, да? Грибы опять. Больше грибов, больше грибов. Грибы закончились. Конечно, хп я всрал, просто жесть, на эти три куска говна на сделке. Просто ебануться, я хп всрал. Больно, больно, но ладно. Надеюсь, сейчас хп нафармим. Обратно. Ой, ебать, тут XL. Угу. То есть фармить-то осталось времени уже немного. На фарм времени осталось не так много. Понял, ну ладно. Благо зато не гиена. Гиена была бы похуже. О, роллы. 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 Опять кошка сдвинулась. Так, роллы. Посмотрим. Я с ними придумал, наверное. Привет, фиалочек. Ладно, Азель Рейдж на самом деле не так плохо. Какая-то помощь вроде есть от Азель Рейджа. Мы почти гадим. А в смысле? Откройте! А, тут еще этот челик не умер, окей. Еще один был. Ладно. 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 Тогда понял. What the fuck? А че тут беру? Хоминг, наверное, беру, да? Потому что так один поломает. Так ноль. Там нет синергии никакой, если так ноль. Это параша будет. Ну ладно, что-то хоминг. Найс. Nice. Прикольно. Nah, I can't take both. Only one. Телепаты, осторожно. Еще и напуганный.
вообще неадекватный. Опять телепаты! Фу, иди в жопу. Так. Уу, хоминг на The Rations. Это прикольно. Это тоже маленько должно помочь. Да, я камень поломал, блядь! Иди в жопу. Сука, я хотел за камнем скрыться, а в итоге сам себя обосрал. О! Кайф. Нашли. What the fuck? Чё меня там ёбнуло? Шлюха. Шлюха близка к активации, в принципе. Так, это ролик. Кстати, забавно, что листоки остались, wait. Видимо, мне просто повезло. Мне, видимо, повезло просто. Что, листок остался? Привет, Скуби-Дуб. И вас наступившим. Привет, Сломанс. Вообще, виз прикольно, но... Не хочу. Неплохо, я знаю, эти за так ноль, но типа, блять, оно странно будет с ним играть. Это наоборот поломает. Это наоборот поломает так ноль. Или раньше ломало, сейчас может починили, вот, по-моему, нихера они это не починили. Еще хоминг? Может быть, да, возможно, стоило брать. Возможно, стоило брать. Камушек плохой, наоборот. Он ломает так ноль. Там хорошего не будет, так ноль. А, тут же обычные. Фак, даже айтемы не будут с босса, потому что это как первый этаж главы, а не второй. Какой отстой. Это печально, это очень печально. А, тупо ищем спешл рум, видимо. Больше спешл рум. Ты бы ищем край, да, нужен телепорт. Если я ищу края. Педалс. Найф рума. Блин, это гонка вчера, какая гонка. А, гонки-то эти сидят-то, господи, да, господи, гонки. Это ж просто мемные гонки. Мод параша. Мод поломанный. Там, походу, у половины все отличается во время гонки. Ну, он турик будет, там посмотрим. Там пока сидит, походу, очень херовый. Все еще. До сих пор. Турик, вторая половина января. Первый будет, по-моему, где-то 20 какого-то там, 22-го, 23-го будет первый турнир, по-моему. И второй сразу, по-моему, после него начнется, там будет лига. Там типа будут гонки, просто челики будут бегать между собой, там нет никакой централизации. Там просто будет каждый бегать, когда им будет удобно. И, возможно, это будет одну гонку, где может это будет кастить, возможно. Это уже не знаю, как там будет. С кастами. Блин, хп пиздец мало. Прям совсем мало. Можно хп побольше. Это был терзап. Ага. Надо еще, по идее, оставить импера, да? Надо где-то повязать соло файзок. Где-то. Где-то надо было хорошо повязать. Сюда сходим. Кто был с нами, еще был Хиспан. Испанский пилот. Привет, Рома. Ладно, давайте взрывать, как хули делать.
Надо что-то искать. Надо что-то искать. Меня напугали. Меня напугали, эта башка бесконтролевая. Как дела? Дела потрясающие. Как у вас дела? Ну там, в принципе, да, почти схват. Русский, как минимум русскоговорящий. Кроме одного. Один был засланный. Так получается все верно. Nah, I'm going mother this run. It's a mother run. Not beast. Эти камень лень ломать. Серьезно. Так лень. Ты еще и кидаешься бомбой. Ты что, совсем сгорел? Чушь, бомбы в меня швыряет. Это что такое? Амнезия, инфестед. Стрим можно взорвать, наверное. На биста из мавзолея нет. Только бомб может попасть. Обычный бомб. Так, там это рум еще одно. Этого хватит? Хватит только. Скелетрон, прости меня. Взял, взорвал скелетика. Прегапло. Не трогать. О, это хорошо. Найс. Ну, вроде дело пошло. Чуть-чуть дело пошло. Хоть немного дали хп. Так. Держаю эту руму. Это берется. Это берется. И по итогу чё? По итогу я могу паролить, возможно, босса этому соло-файзиком. Да мне уже лень тратить. Я уже нашел уже красный. Не, я уже нашел это красный рум. Там была фхора. Который, правда, еще не активировал, но, возможно, попозже активирую. Посмотрим. Может, попозже. Господи. Фиолетовый эксплозировал, какая красота. Что-то получше. Дэмэдж получше, дэмэдж нужнее. Так, Эмперор. Эмперор забрать. Эмперор забрать. Кстати, Эмперором я могу чекать край карты, вот что я подумал. Ну, правда, тогда я потеряю... А, у меня Хермит есть. Wait. Так, стоп. Тогда я ищу край карт. Тогда подожди. У меня же есть... Бьет, да, бьет из-за скелетронов. Скелетов он, видимо, считает за врагов, хотя это, типа, не враги, но... Ну да, игра думает, что это как будто враги. Ну, край карты нашли. Главное, отсюда не улететь, да? Вомб не уйти. Так. Окей. Импресс. Или может быть импресс лучше, честно говоря, чем импера. Вопс, обычно легкий этаж. Там я редко их потеряю. Типа там не особо-то роботы сложные. Ладно, я может быть оставлю даже импресс на мать. Может, тренировка даже будет лучшая идея. Понял. Так, ну ладно, я думаю, этого хватит пока. Денег, да, денег можно отсыпать, это правда. Давайте сделаем. Пока нам такую дают возможность. Хорос, например, так это, я думаю, да. Хотя, может быть, нет, но, наверное, так это. Вот, может быть, узнаем, надо в хору еще прохнуть. Не было ни аркады, ничего не было, ни мальчиков, ни автоматов, ни хера не видел. Странный этаж. Этаж максимально странный. То есть ничего не было на всем этаже. Ничего интересного. Тоже край, не край. А. Алло. Ладно, поехали. Ту-ту-ту.
дэмэдж, все-таки я за дэмэдж. А, это не конжоинт. Ну это. Или это почти, да, конжоинт. Ну это в хора будет как минимум. Хора, в хора тоже полезно. Нормально, нормально. Думаю, конжоинт будет неплохо на атакзира, наверное. Сейчас я буду каким-то хером конжоинт и Наташечка. Я нихуя не вижу. Вот это пиздец. Просто ничего не видно. Ладно, 5 хп, хорошо. Ну, в корпусе еще в теории можно пофармить. Тут что-то еще можно. То. Просто first try. Просто на изи. А. Смешно звучит. Вроде смешно звучит. Вроде это нормально. Это демедж как минимум в любом случае. F-ложка? Пох на ложку. Это, наверное, будет лучше на Текзира и, типа, дамаг. Мне кажется, это сейчас нужнее уже будет. Там ложка, там мне особо на мать уже будет не нужна. Кстати, хоминг есть на этой. Вон, на Азель Рейдж есть все еще ложка. Кек. Тут все еще есть хоминг. Раз просто не умереть. Сейчас просто не умереть, они прыгают страшно, эти челики. Надо дорогу найти. Блять. Нахуй, стени отсюда. Нахер эту руму. Шанс, эти прикольные на сделку, мне очень нравится. 95%. Офигеть. Это я понимаю, шанс. Наверное, сделка будет. Шанс довольно хорош. Шанс велик. Так, я маленько смотрю на мечные камни, но вроде их особо не вижу. Я вижу босса. Здесь босс будет хороший. Какой-нибудь не сильно сложный. И замолчи. Ой, блин. Зажимают. Зажимают, как последнюю мразь. Зажимайте. Это дает приколы. Во, приколы. Дает приколы. Где приколы? Спейцы. Такие приколы, максимально хуёвые приколы. Карта может быть интересна, но типа, блять, тут нет ничего интересного, не та карта. Надо активку прикольную, какую-нибудь или карту интересную, но нет, не дали интересную карту. О, найс, хороший блок. Ура, деньги. Ура, спектрал за 3 синих хп. Ладно, проехали, я не буду фармить вайлдкарты с красным ключом, плевать, пошли дальше. Мемран тут скорее по какой-то опасный ран. Какой-то что-то как-то слишком мало и даже полароида нет. Потому что я не хотел быть пуськой и брать полароид. А возможно стоило быть пуськой, потому что хп очень мало, фулл хелс меня не спасет. Я уже нашел, правда, босса, это хорошо. Я не взял импресс, я это исправлю. Это можно исправить. Скелет завис в проходе. Ты тупой? Скелет рофлит. Вон вот скелет рофлит. Скелет кам. Окей. Тут тоже проверим. Мне не нужен был Азазель Рейдж на мать. Как красиво автомат подсвечивается. А почему он такой разноцветный из-за этих
из-за лазера. Ты его так подсвечивает смешно. Серьезно, ни одного синего. Твою мать. Ладно. Ух, поехали. Ура, плюс дамаг. Ура, я долбоёб. Ура, я никак... Я ещё ничего не вижу. Я не хочу умирать. Алло. Сейчас вторая фаза. Надо не стрелять, я не вижу нихуя. Так, ноль очень меня ломает видимость. Очень сильно ломает. Мы выяснили. А, как это отходить? Да, так отходить. Молодец. Ну, яйки маленько сжались. Но не сильно. Гиги.